Так, всем привет. Сейчас я вам по-быстрому расскажу, как снимаются передние и задние ручки на Lada Priora. Вот мы три ручки сняли уже. Смотрите, как она работает. Вот потяни за ручку, ну, как будто ты открываешь. Вот здесь тяга. Вот, открывай. Вот она ходит вверх-вниз. Вот эту пластиковую часть, вот эту не надо снимать. Вот это вот. В нее вставляется тяга железная. А, вот она выглядит. Выглядит. А где она? Блин, я лучше, наверное, спереди покажу. Там ее, наверное, получше видно. Короче, вот. Вот эта тяга. Вот. Вот ее шарик, вот он железный. То есть он щелкивается туда. Но он упал, но это ничего страшного. Ну слушай, он реально куда-то упал. Потом найдем, да? Там же пластик. Ну да. Короче, задние ручки легко открутить, легче. То есть можно торцовым ключом вот так на 8 залезть и открутить. Раз и два. Только надо придерживать гаечку и не просрать. Потому что если упадет, можно не найти. Короче, две откручиваете. Спереди здесь, короче, потяжелее, потому что здесь стекло. Хоть здесь и есть отверстие, якобы, чтобы крутить торцовым ключом, но без снятия стекла вы сюда не залезете, поэтому здесь придется маленько помучиться и вот так ключом на 8 их, короче, открутить. Да что за урод ты наклеил? Вот так, короче, дедовским способом. Вот, ослабить и потом лапкой вот так приработать. Раз, пальчиком так. Раз. Отработать. Да, как музыку прибавляете на плеере. Так, раз. Оп. Как на Приоре. Музыку умеете прибавлять, вот умеете и гаечки крутить. Не приведет ли это к полному краху? Короче, левую открутили. Вот наша гаечка. Вот прям при вас, в прямом эфире вот все откручиваю. Как настоящий профессионал. Вот, буквально 3 оборота дали. И пальчиком. Айди-гдин-дай-дай. Так вот. Так, крутите, вертите. И все. И наша ручка начинает вылазить. Но это еще не все. Это еще начало только. Откручиваете. Да. Места мало. Так. Вот. Последние вздохи. Вот, пальчиком придерживаем. Все. Ништяк, гайки открутили. Дальше. Вот ручка висит, а теперь профессионал вам покажет, как его щелкать. Иди, давай. Он же неправильно делал. Я первый. Блин, ну ты три ручки не сломал, значит это способ рабочий. Просто смотрите, вот выщелкнули и в эту сторону от себя. Выщелкиваем, все. Тут все четко, не очкуйте, тут ничего не сломано. Вот покрутили. Вот, все. Вот это говно вставлять сюда. Да, железка вставляется. Короче, тут все четко. Эта тяга, вот она. Вот она, все на месте. Она железная, здесь нечему ломаться. Вот эта тяга. И тут ничего не сломано. То есть все, вы все сняли. И назад, в обратном порядке, все соединяете. Ролик понравился. Короче, если вам все понравилось, то все, подписывайтесь, будем вам рассказывать. Все вам расскажу, все, что хотите. Так что все, всем пока. Вот и все, ребята!